Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как связать такой топ. Размер моего топа SM. Вязать топ я буду вот такой пряжей. И крючок 2,5 мм. Вначале мы набираем 140 воздушных петель и распределяем таким образом 4 раппорта на перед и спинку и 3 раппорта на рукава. Если вы хотите связать на размер больше, набираем 160 воздушных петель и распределяем таким образом 5 раппортов на перед и спинку и 3 раппорта на рукава. Итак, я связала 160 воздушных петель. И теперь соединяем первую и последнюю петельку с помощью соединительного столбика. Переходим к вязанию узора. Итак, вяжем 3 воздушные петельки подъема. Теперь в эту же петельку, куда мы вязали соединительный столбик, мы будем вязать пышный столбик. Делаем накид, вводим крючок в эту же петельку и вытягиваем длинную петлю. Придерживаем пальчиком. Снова делаем второй накид и сюда же второй. Теперь все петельки на крючке провязываем вместе. Затем мы вяжем одну воздушную петельку, пропускаем 4 петли основания. 1, 2, 3, 4. И в пятую петельку мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый. Второй, 2 воздушные петельки. И сюда же мы вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Первый. Второй. Затем 1 воздушная петелька. И снова мы пропускаем 4 воздушные петли основания. 1, 2, 3, 4. И в пятую петельку мы вяжем пышный столбик, делаем накид. И вытягиваем длинную петельку, придерживаем пальчиком. Второй делаем накид. И третий. И затем все петельки на крючке провязываем вместе. Вяжем 2 воздушные петельки и сюда же в эту петельку мы вяжем еще один пышный столбик. Первый накид, вытягиваем хорошенечко петельку, придерживаем пальчиком, второй и третий. Все петельки на крючке провязываем вместе. Затем мы вяжем 1 воздушную петельку. Снова пропускаем 4 воздушные петли основания. 1, 2, 3, 4. И в пятую петельку вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, сюда же второй. 2 воздушные петельки. И сюда же еще 2 столбика с одним накидом. И затем вяжем только 1 воздушную петельку. Между столбиком с накидом и пышным столбиком у нас только 1 воздушная петелька. И снова мы пропускаем 4 петли основания. 2, 3, 4. И в пятую петельку вяжем пышный столбик. Первый. Второй. Третий. Все петельки вместе. Затем 2 воздушные. И сюда же еще один пышный столбик. 1. Второй. Третий. И 1 воздушная петелька. Таким образом мы вяжем ряд до конца, чередуя пышные столбики и столбики с одним накидом. В конце ряда у нас остается 4 воздушные петли. Мы их пропускаем и вяжем пышный столбик в первую воздушную петельку. Делаем накид и в первую воздушную петельку
вяжем пышный столбик. Второй накид. И третий. И затем все петельки на крючке провязываем вместе. И вяжем 2 воздушные петли. И ряд заканчиваем соединительным столбиком в последнюю воздушную петлю. И здесь цвет пряжи я буду менять. Теперь переходим к вязанию второго ряда. Вначале мы вяжем 3 воздушные петельки подъема. Затем, немного возвращаясь назад в арочку, вяжем пышный столбик. Делаем накид. И еще один накид. Теперь все петельки на крючке провязываем вместе. Вначале мы делаем только 2 накида. И затем мы вяжем 2 воздушные петельки. В первом ряду мы вязали только 1, во втором 2. И теперь в арочку из 2 воздушных петель между столбиками с накидом мы вяжем 2 столбика с 1 накидом. Две воздушные петельки и сюда же 2 столбика с 1 накидом. И снова 2 воздушные петельки. И в арочку между пышными столбиками мы вяжем пышный столбик 1. Затем 2 воздушные петельки. И сюда же еще один пышный столбик. Первый накид, второй и третий. Все петельки вместе. И снова 2 воздушные петельки. И в арочку между столбиками с накидом вяжем 2 столбика с 1 накидом. Затем 2 воздушные петельки и сюда же еще 2 столбика с 1 накидом. И снова 2 воздушные петельки. И продолжаем вязать ряд до конца. В конце ряда в последнюю арочку вяжем 1 пышный столбик. И затем 2 воздушные петельки и в последнюю воздушную петлю вяжем соединительный столбик. Переходим к вязанию третьего ряда. И вяжем 3 воздушные петельки подъема. И затем, немного возвращаясь назад в арочку, вяжем пышный столбик. Делаем первый накид и второй. Теперь все петельки на крючке провязываем вместе. Затем вяжем 2 воздушные петельки. И в третьем ряду мы будем уже вязать 3 столбика с накидом. Первый столбик мы вяжем во второй столбик с накидом предыдущего ряда. И 2 столбика в арочку. Это у нас второй столбик и третий. Всего 3 столбика, а затем 2 воздушные петельки. И сюда же мы вяжем еще 2 столбика с накидом. Первый. Второй. И третий столбик мы вяжем в столбик с накидом предыдущего ряда. И снова вяжем 2 воздушные петельки. И в арочку между пышными столбиками мы вяжем 2 пышных столбика, разделенные 2 воздушными петельками. Так, первый, второй, третий. Все петельки вместе. 2 воздушные петельки. И сюда же еще один пышный столбик. И
и все петельки вместе. И снова 2 воздушные петельки. И вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый и 2 в арочку. Две воздушные петельки. И таким образом мы вяжем ряд до конца. И в конце ряда мы также вяжем последнюю арочку, 1 пышный столбик, 2 воздушные петельки и в последнюю воздушную петлю соединительный столбик. Здесь я буду менять цвет пряжи. Переходим к вязанию 4 ряда. Также мы вяжем 3 воздушные петельки подъема и, немного возвращаясь назад в арочку, вяжем пышный столбик. Первый накид делаем и второй. Все петельки вместе. Затем, начиная с 4 ряда, мы будем вязать 3 воздушные петельки между пышным столбиком и обычным столбиком. И затем пропускаем первый столбик и во второй вяжем столбик с одним накидом. В 4 ряду у нас уже 4 столбика с одним накидом. Первый, в следующую петельку второй и 2 столбика в арочку. Между столбиками с накидом мы будем вязать 2 воздушные петельки. И снова в арочку 2 столбика. В следующую петельку мы вяжем 3 столбик. И в следующую 4. И затем 3 воздушные петельки. И в арочку между пышными столбиками мы вяжем 1 пышный столбик. Две воздушные петельки. И сюда же еще один пышный столбик. И снова 3 воздушные петельки. И также мы пропускаем 1 столбик и во второй вяжем столбик с одним накидом. И таким образом мы вяжем ряд до конца. 4-й ряд у нас готов, и я уже начала вязать 5-й. Так же, как и в предыдущих рядах. 3 воздушные петельки и пышный столбик. И затем мы вяжем 3 воздушные петли. В 5-м ряду мы будем вязать 5 столбиков с одним накидом. Пропускаем первый столбик и во второй вяжем столбик с одним накидом. В следующую петельку второй столбик. В следующую петельку третий. И под арочку еще 2 столбика. 4-й. 5-й. Затем 2 воздушные петельки. И снова 2 столбика под арочку. Первый. Второй. И 3 столбика по одному в каждую петельку. Третий. Четвертый. И 5-й столбик. Затем мы вяжем 3 воздушные петельки. И под арочку между пышными столбиками мы вяжем так же, как и в предыдущих рядах. 1 пышный столбик. 2 воздушные петельки. И сюда же еще один пышный столбик. Затем 3 воздушные петельки. И снова 1 столбик пропускаем и во второй
вяжем столбик с одним накидом. И так мы вяжем ряд до конца. Довязали пятый ряд, и я уже начала вязать шестой. Итак, здесь у нас пышный столбик и 3 воздушные петельки. И в шестом ряду мы будем вязать уже 6 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы пропускаем и во второй вяжем столбик с накидом. В следующий столбик второй. В следующий третий. Четвертый. И 2 подарочку. Пятый. Шестой. Затем 2 воздушные петельки. И снова 2 столбика подарочку. И 4 столбика по одному в каждую петельку. Третий. Четвертый, пятый, шестой. И снова 3 воздушные петельки. И подарочку между пышными столбиками мы вяжем так же, как и в предыдущих рядах. 2 пышных столбика, разделенных 2 воздушными петельками. Две воздушные и еще один пышный столбик. И снова 3 воздушные петельки. Пропускаем первый столбик и во второй вяжем столбик с одним накидом. Таким образом вяжем ряд до конца. Довязали шестой ряд и переходим к вязанию седьмого ряда. Также вначале у нас пышный столбик, затем 3 воздушные петельки. И в седьмом ряду мы будем уже вязать 7 столбиков с накидом. Первый столбик мы пропускаем и во второй вяжем столбик с накидом. Первый, следующую петельку второй, третий, четвертый. Пятый и 2 столбика в арочку. Шестой, седьмой. И снова 2 воздушные петельки. И сюда же вяжем 2 столбика с накидом. И затем 5 столбиков по одному в каждую петельку. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. И снова вяжем 3 воздушные петельки. И между пышными столбиками мы вяжем так же, как и в предыдущих рядах. Пышный столбик. Две воздушные петельки и еще один пышный столбик. И 3 воздушные петельки. И снова 1 столбик пропускаем и во второй вяжем столбик с накидом. Таким образом мы вяжем ряд до конца. Седьмой ряд мы связали. И затем в восьмом ряду у нас уже 8 столбиков с одним накидом и 2 воздушные петельки в арочку. И теперь вяжем девятый ряд. В девятом ряду у нас уже 9 столбиков с одним накидом. Итак, 3 воздушные петельки. Первый столбик пропускаем и во второй вяжем столбик с одним накидом. Первый, следующий столбик второй, третий.
четвертый, пятый, шестой, седьмой и два столбика в арочку, восьмой и девятый, и затем две воздушные петельки, и таким образом мы вяжем ряд до конца. Довязали девятый ряд, и начиная с десятого ряда мы столбики больше не добавляем. Итак, после пышного столбика вяжем снова 3 воздушные петельки. Теперь первый столбик мы пропускаем и во второй вяжем столбик с накидом. Первый, в следующую петельку второй, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И затем последний столбик мы не провязываем, мы его пропускаем и в арочку вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. И всего у нас 9 столбиков с накидом. Снова мы вяжем 2 воздушные петельки, 2 столбика в арочку. Первый, второй, пропускаем первый столбик и во второй вяжем третий столбик с одним накидом. В следующую петельку четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Последний столбик мы не провязываем. И снова вяжем 3 воздушные петельки. И затем вяжем так же, как и в предыдущих рядах. И таким образом мы продолжаем вязать кокетку. Я связала нужную длину кокетки. У меня это 18 сантиметров. У вас может быть плюс-минус несколько сантиметров. Обязательно примеряйте. И затем мы будем вязать круговыми рядами, только перед и спинку. Вяжем таким образом. Я связала первый пышный столбик, затем 3 воздушные петельки. Здесь мы вяжем так же, как и в предыдущих рядах. Первый столбик пропускаем и во второй вяжем столбик с одним накидом. Итак, мы должны связать 5 рапортов. Вот у нас первый, второй, третий, четвертый, пятый. И последний столбик мы вяжем в предпоследний столбик предыдущего ряда. Итак, связали 5 рапортов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И затем вяжем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И затем пышные столбики мы будем вязать, пропустив 3 рапорта. Итак, первый, второй, третий. И вяжем пышные столбики в арочку. Делаем накид. Первый, второй, третий. Две воздушные петельки. Сюда же вяжем еще один пышный столбик. И 3 воздушные петельки. И так мы вяжем снова 5 рапортов. Связали 5 рапортов. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И затем у нас 3 воздушные петельки. И вяжем последний пышный столбик в последнюю арочку. Мы пропускаем снова 3 рапорта. Первый, второй,
третий. И один пышный столбик в последнюю арочку. Две воздушные петельки. И в последнюю воздушную петлю вяжем соединительный столбик. И затем продолжаем вязать по кругу до нужной длины топа. Ширина моего топа 39 сантиметров. Если вы хотите связать топ поуже, в таком случае можно вязать не по 9 столбиков в клинышке, а 8 или 7. Топ готов. На этом мой видеоурок подошел к концу. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Увидимся на новых видеоуроках. До свидания.